пятницу поступил, пятницу должны быть. Ну это не получится, потому что пятница будет 8 марта, выходной день будет. Скорее всего, на следующей неделе. Ну это еще как анализы, это может быть это. Сам-то себя как чувствуешь? Ну, отлично чувствую. Я говорю, как начал эти таблетки принимать, так сразу у меня все боли прошли все. Да? Вы знаете, тихо же благословил тебя таблетки принимать. Нет, конечно. Опять ты непослушник получается, да? Ну, слава Богу, что. Иногда... Ну, что, читаю много. Сейчас вот соло на клавиатуре заново взялся за него. Программа две недели бесплатно дается тебе. Набирать. Сейчас уже 51-й, 52-й на задание нашел. Книжек много читали. Куча Мадалова, наша общая знакомая. Угу. Она тебя проведывала? Нет. Переслала с кем-то, да? Меня ждут почти каждый день посещают. Никита Устинов тебя видел тут. Да, я знаю, видел. Может, вчера рассказывал. Воду привозил, да? Ну, вот у него такая временная подработка. Он говорит, до лета. Да, до лета, потом потеряешь кое-где. Ну, там подписчики уже спрашивают, как там Володя уже. Не видели. Василия нет, у тебя нет, уже переживали. А Василий ближе? Не знаю, не было его. Я хотел к нему заехать, но побоялся. Сейчас же весна. Я думаю, застряну там где-нибудь. Ну что, я вначале, я уже тот ролик, который все выставил на канале, у нас на ютубе стоит, где я рассказал, как благовестие проходило. А сейчас все в основном как бы так затишье. Эти, которые со мной вместе в палате лежат, они, что говорится, нейтрально. Ну, а со священником Сергием что, больше не встречались? Нет, я вот только вот Евангелие, когда вы последний раз привезли, его уже не было уже. Эта женщина там отдал, еще раз предупредил, он говорит, нет, вы только вот на крещение говорит, раздали людям, которые крещение принимали. А говорит, на продажу нет, ни одного не было. То есть, которые люди у них крещение принимают, тем они дарят Евангелие, да? Хотя должно быть все наоборот. Когда человек должен познать Евангелие, а потом уже крещение принимать. У нас как обычно. Да, телега впереди лошади. Да. Я сам считаю, 2 года готовился к крещению. Библию сколько я прочитал. Ну, вот так вот. Нина Александровна тут лежит на первом этаже кардиологии. Да, с ней видимся. Вместе на службу ходили в субботу вечером, в воскресенье утром были. Ты в этот раз ты больше не забыл? Нет. Я вообще удивился. 50-10 очнулся, служба уже воскресно. Это вот что значит. Не рядом с начальником. Ну что, болящему у нас полагается. Да, мне тут послабление, одна, да? Одна сестра наша звонит, Володенька, ты же болящий, может тебе курочку привезти на этой неделе? Сестра, он позже в этом маслице, какой тебе курочка? Да нет, я просто как болящий. Вот такие у нас сестры, все больные. Прости меня, говорит, мы тебя искушали, так и сестра тебе, да? Да если бы я понимаю, там где я был там, говорится, еды бы не было, но был бы болен там, я еще понимаю, слово где курочка. Да, но тогда... тебе сейчас и не полезно. Нет, а зачем мне сейчас там? Решим, более последний. Нет, я говорю, если человек при смерти, вот так вот есть жития святых, то что там это. Я сейчас не помню, кто там был, то Сергий Радонежский, или кто он там из святых, или великий кто-то там. Ну, у них монах там тоже что-то помирал, лежал, говорит. Он говорит, вы что делаете? А был пост, они, он просит это, бульона там мясного попить, а они ему не дают. Позже идет, а он там помирает позже. Он говорит, вы что тут такие? Милосердно. Ну, тут, говорит, они его сварили мясного, попил. Ну, видимо, тоже курить надо, он же полезный. Начал оживаться. Есть, вот я сейчас читаю, в основном книги такие. Направление того, что в годы Великой Отечественной войны, Второй мировой, как там себя ведут разные верующие крестьяне. Там одна голландка, книга называется «Убежище» из фильма, даже по ней снят.
как она себя вела в этом отношении. Все там все рассказывают. Как в бараках они были, как они там благовествовали с сестрой. Было тяжело. Она говорит, я вообще, говорит, с первого этажа возненавидела всю вот эту систему. Ну, там людей убивали на ее глаза. А потом, говорит, смирялась и молилась, Господь давал смирение. Начал говорить людям о любви. То есть люди собирались. Сейчас про одного немца читаю. Он адвентист 7-го дня. И как он, будучи в инженерных войсках, где инженерные войска в основном идут и строят мосты через это переправу. Потом сейчас я читаю, он в России находится. Как он, ему приходилось трудно соблюдать свою субботу, они же субботники. Субботу соблюдают. То есть не есть мясо, там же все тоже на мясе все зацепило. Но у него, он говорит, Господь так все оставил, что он без мяса обходился в то же время и субботу соблюдал. Ну, тоже там свои переживания у него. Семья как преследуется, там писается, в свое время тоже преследовалась. Заставляли в партию вступить национально. Интересно все, поучительно, самое главное. Но у тебя сейчас здесь питание-то диетическое? Ну да, там четвертый стол. Я даже не знаю, что на пару, каши. На пару, наверное, да. Каши дают, как ветки такие, они полумясные, там они с чем-то перемешивают. Рыбу дают иногда, рыбу редко, полумясную. Дают этот, как он называется, сыр, комчик сыра. В принципе, хорошо, понимаю. Там если кто-то что-то... Вкусно? Вкуснее. Для меня вкусно, для других что-то невкусно. Ну да. Скажи, приезжайте, скажи, к нам в лагерь, скажи, давай. Они начинают вредить, там домашним звонят, чтобы им привезли получше, там курочку потолще, побольше. Сидят, потом лопают. Да. Я уже привык. С язвой не надо лопать, надо бдить себя. Сейчас уже такие маленькие, две желтые капсулы кидают и все. Там антибиотики давали такие большие, толстые такие, таблетки, сейчас перестали давать. А уколы ставили? Нет, ни капельницы, ни уколы вообще нет. На одних таблетках, да? На одних таблетках. Они сказали, я спросил у врача, может что-то еще будет, он говорит, а зачем? Если тебе это помогает, зачем тебе еще что-то делать? Понятно. Нина Александровна рассказывает, говорит, когда Евангелие привезли, я ей дал, она говорит, походила там с одной цыганкой верующей православной вместе, в одной палате лежала. Походила, говорит, пораздавала, и говорит, к вечеру, говорит, давление поднялось, говорит, такая весь. Но зато, говорит, это, она благовествовала, беседовала с людьми, и все это. Мне же сердце, переживать сильно нельзя, говорит, а когда людям беседуешь через одну, говорит, распаляешь немножко. Мне сложнее на многих ситуациях отвечать. Ясно. А ты видишь работу откуда? С собаками занимался? Да, я в Любяшке ездил, клиент, работал с собакой. Ну ладно, брат, чего, попроведал. Сегодня сестры придут, Валентина Павловна с Александром Михайловым вечером. А ты с Сютниной-то тут виделся? Да. Она тоже вечером подойдет, сестры к нам приедут. Ну ладно, брат, давай. Давайте, я должен Бог помочь. Себя-то покажи. Себя любимый. Я вам меня.